Свежие помидоры и огурцы, мясо, рыба и мед. Сезонные ярмарки заработают в предстоящие выходные. В этом году уличная торговля пройдет с нововведениями. Продавцы наденут защитные маски и перчатки. Для покупателей поставят антисептики. На прилавках будет представлен полный ассортимент сельхозпродукции. От фруктов и овощей нового сезона до мяса, рыбы и саженцев. Торговые ряды разместятся на проезжей части вдоль дома номер 41 по улице Максима Горького, за горисполкомом, и на Ульяновской возле Дворца искусств. Ярмарки будут работать с 10 утра до 7 вечера.